Всем привет, друзья! Вы на канале Digital Shaman. Меня зовут Иван, и сегодня у нас будет посылка из города Сочи. Друзья, у меня в руках A7 Mark IV, и прибыл этот аппарат из Сочи для того, чтобы в нем заменили механику. Обычно эти аппараты проходят, к примеру, от 300 до 400 тысяч кадров. И есть проблема в том, что они могли бы бегать больше, и сегодня я сделаю именно такую модификацию, благодаря которой этот аппарат сможет пробежать и 600 тысяч, и даже миллион. Что мы будем делать? Ну а сегодня мы поставим в этот аппарат вот эти две детали. Это механизм взвода затвора для A7 Mark IV, а это затвор от A7 RM4. И этот затвор надежнее вот того, который стоит вот здесь, примерно в два. Новые запчасти поставляются вот, вы посмотрите, абсолютно. Ну а это новая механика взвода затвора. Новая механика. И давайте смотрим ближе. На ней также нет следов касания от коннектора. Маска здесь присутствует, но достаточно, да, в принципе, достаточном количестве. Только можно вот шестерню вот здесь немножко смазать. Смазывается пластиковая шестерня с маской SW92SA для пластиковой шестерни. Она просто шикарна. Ну и нужно понимать, что если пересерствовать, можно внутри аппарата детали сдвигаются вот таким вот образом. Вот так. И закрепляются вот здесь винтом. И далее устанавливается внутрь аппарата. У аппарата достаточно сильно загрязнена матрица, и я ее обязательно почищу перед установкой. Ну и после, конечно же, тоже. Здесь делаем остановку, и я должен вам сообщить, что камеру раньше разбирали. Об этом свидетельствуют вот эти вот замятые места. Такие замятые места образуются, когда снимается пленка, и как следствие она заминается. Также мы будем дальше вскрывать и видеть следы вскрытия. Скорее всего, будут отпечатки пальцев.
Камера собрана, теперь необходимо перевести сейчас с электронного на механический, чтобы проверить. Это все замурлыкал как надо. Отлично. Так, ну что, все, мы поменяли затвор. На шторке извлеченного аппарата видно диагональная полоса и также вертикальная. Вот так вот. А, это вот извлеченный механизм взвода. У них стачивается эксцентрик, выходит из строя щетки и иногда рвется шестерня вот в этом месте, что препятствует работе нормальной. Ну и соответственно, когда мы меняем сразу же все два элемента вместе, то гарантированно, что аппарат пробежит больше 300, в данном случае больше 300 точно, потому что мы поставили затвор от RKS-ки. И как следствие ждем от этого аппарата на механическом затворе не меньше 600 тысяч кадров. Отлично работает. Ну что ж, друзья, еще одна A7M4 превращена в надежную M4. И такая камера, конечно, радует глаз и, в общем-то, работать ей точно приятно. Напоминаю о том, что чистка сенсора камеры в этом аппарате осуществлялась при помощи наборов ProKit 1, который содержит также и уроки по чистке сенсора камеры внутри этого набора. Вы также можете делать такую процедуру абсолютно в любой точке мира, ну, разве что не на дне океана. Детали я отправляю вместе с фотоаппаратом заказчику. Ну и, соответственно, на этом все. С вами был Иван, канал Digital Shaman. Не забываем ставить пальцы вверх, писать комментарии, подписываться на канал. И это я видео записал при помощи камеры DJI, и кое-какие фрагменты я утратил в процессе записи, потому что еще пока до конца не разобрался с функциями. Ну а на этом все.